Re, весь этерс ir te. Нет мусорной монополии. К призывам общественных организаций не разрешать вывоз мусора в столице предприятию «Тырега» сегодня присоединился и Совет по конкуренции. После нескольких недель раздумий там запретили заключать договоры с новым предприятием. Это означает, что до 12 сентября все договоры, которые рижане уже успели заключить с Тырегой, должны быть отозваны. Совет призывает Рижскую думу продолжить сотрудничество с четырьмя имеющимися предприятиями по вывозу мусора. Официальный комментарий по этому вопросу Совет по конкуренции обещает завтра. Сегодня же это решение «Русскому вещанию» прокомментировал мэр Риги Олег Буров. Буквально в дверях Совета по конкуренции. По его словам, дума будет отстаивать свою правоту в суде. Я завтра начну организовать встречи с существующими операторами для того, чтобы от них получить, высказать им это предложение, продолжать договорные отношения. Договорные отношения до тех пор и вывозить мусор до тех пор, пока не решим мы на самом деле, наверное, в судебном порядке вот этот глобальный вопрос о одном таком большом предприятии, которое будет инвестировать деньги, наводить порядок в этой сфере. Это мы поймем. Да, увидим, как это все будет развиваться, потому что еще раз хочу сказать, что наши юристы очень сомневаются, насколько это юридически правомочно. По словам Бурова, ряд предприятий, которые по замыслу Думы перестали бы оказывать услуги по вывозу мусора уже с 15 сентября, начали продавать мусорные машины и увольнять часть персонала. Напомним, Совет по конкуренции уже заявлял, что заключение договора о вывозе мусора в столице сроком на 20 лет с одним предприятием уничтожает конкуренцию и создает существенные риски роста цен на эту услугу.